Военно-спортивная командная игра «Страйкбол» становится год от года популярней. Игроками используется оружие, которое заряжено пластмассовыми шариками. В снаряжение игрока также входит защитная амуниция, в том числе защитные очки, без которых участник не допускается к игре. На территории бывшего суконного комбината прошла игра в «Страйкбол». Приняли в ней участие представители Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Проводим мы игры довольно часто, но такие масштабные примерно раз в месяц. Сегодня игра у нас как бы открытие сезона Тамбовской области. Фаворитов нету. Самое главное – получить кураж просто от игры, насладиться ей, выплеснуть негативные эмоции и так далее. Организаторы отмечают, что территория заброшенного комбината богата подвалами и заброшенными помещениями. Это не только возможность для тактических маневров и укрытий, но и придает особый колорит всей игре. В страйкболе важна честность. Пораженный противник должен признать факт попадания, потому что шарики не оставляют следов на экипировке. Юрий Ценин, Степан Дикаленко. Новости ТВ рассказываю.